пчелки есть петрозаводск. Но на самом деле не так все мрачно, и в городе П случаются праздники. Например, в редакции газеты «Весь Петрозаводск» сегодня чествовали Валерия Верхоглядова, которому исполнилось 50 лет. По словам самого журналиста, те, кто работал в «Комсомольце», прошел отличную журналистскую школу. Ну а кроме «Комсомольца», за плечами юбиляра «Ленинская правда», Петрозаводск сейчас вечерка. Многие Валерия Верхоглядова знают как историка и краеведа. Благодаря ему документы Центрального государственного архива Карелии стали достоянием тысяч читателей. И именно через его публикации мы узнавали много нового об истории города и родного края. Помимо благодарностей от работников музея и своих коллег, юбиляр оказался первым в плеяде заслуженных журналистов Карелии. И такое звание теперь присуждают.